Всем привет! Сегодня будем проводить электричество в моей мастерской. Давайте приступим. Поехали! Я не электрик, буду делать все сам. Но в принципе, думаю, ничего сложного нету в этом. Вот такие два провода осталось тут. И вот такую вот коробочку поставлю под автомат. Все, подсоединил главные провода. Вот они идут. Масса идет вот сюда. Ноль. И в автомат. И также плюс идет вот сюда вот. И в автомат. Сделал запас проводов на всякий случай. Здесь ноль выходит вот здесь вот. И идет на вот эту рейку. Нулевую. Буду запитываться отсюда. Считай. Запитаюсь. Это будет чисто у меня под свет уходить. Для светильников всяких. А это будет запитываться главные провода розетки моей. Просверлил вот такие отверстия тут. Ну, пока вот так вот. Устанавливаем клипсы вот на такие дюпеля и простые саморезы. Здесь пойдет провод наверх. Выключаю его к этому, к розетке. И тут будет одна розетка. Вот так вот. Розетка керамическая. Хорошая. Установил розетку. Вот одна розетка. Получается, вот у нее выходит провод. Идет один провод плюсовой на автомат, а второй провод идет на ноль. И таким же макаром вот этот вот провод, который идет, вот этот вот вторая розетка. Здесь еще не подсоединил. Сейчас лишнее отрежу. Будет также подсоединяться. Вот этот будет плюс идти на автомат. А ноль вот этот вот идет рейки вот этой нулевой. И пока вот таким образом подсоединяю. Надеюсь, правильно. Подсоединил провод освещения. Вот этот вот, вот он идет, который проходит вот сюда. Там идет дальше. Идет освещение. Около двери будет выключатель. Здесь подсоединил просто к автомату. Вот к этому. Плюсовой провод идет к автомату снизу. А ноль идет к вот этой шине нулевой. А сам автомат подсоединил вот от этого большого автомата. Главного снизу. И идет наверх. Не знаю, правильно, неправильно, но думаю, так надо. Все, закончил я освещение. Вот так вот все получилось. Два прожектора. Вот еще прожектор. И там лампа небольшая. Просто тут будет перегородка со временем. Там лампа будет. В принципе, довольно светло. Все работает. Вот автомат. Вот так вот получилось.
Вот так вот выключаешь один, лампочка остается. Лампочку выключаем, включаем прожектор, сразу два загорается. Вот я и закончил проводить электричество сегодня. На мой взгляд, получилось нормально, так как я не электрик. Может, кто из электриков напишет, как правильно, что правильно подсоединил, что не так. Буду рад выслушать всех. Большое спасибо за внимание. Ставим лайки. Подписываемся на мой канал. Пока-пока.